Гончарова Евгения Иосифовна, прабабушка. Родилась Евгения Иосифовна 20 мая 1925 года. Воспитывалась в многодетной семье, у нее было три брата, одна сестра. Жили они в деревне Голынка Клецкого района Минской области. Вскоре родители переехали туда на постоянное место жительства. Мирную жизнь разрушила страшная война. Сколько горя ожидало впереди. И в неполные 19 лет Евгения Иосифовна стала бороться с врагом в партизанском отряде имени Котовского. Она помнила в подробностях, как ходила в рейды, выполняла различные задания наравне с мужчинами, помнила смерть боевых товарищей, ночные дозоры. Недостаток одежды и обуви сказался на здоровье, ведь приходилось даже идти в туфлях по ледяной воде. Гончарова Евгения Иосифовна награждена медалью «За отвагу». И 19 октября 2010 года Гончаровой Евгении Иосифовны не стало. Но в памяти родных она останется навсегда.